Рено новые, да? То есть они ездят на них. 16-го года не сильно новая. Ну, да, для работы выделили. На производство, видите? То есть я заметил, у каждого своя машина, да? То есть да. Живут. О, сколько здесь людей живет. Тоже очень дешевая машина. Здесь за месяц можно себе купить машину. То есть это было за месяц, на зарплату за месяц можно купить. Никаких сигарет, никаких вейпинг. Вот одна из комнат, где живут ребята. Все, у кого большие дома, они переделывают под хостелы и сдают, да? Вы работаете, да, на предприятии? Да. А что делаете? На картошке работаем, вот и жарим картошку. И картошки за это очень много, да? Картошки, да. И так, что сказать, нормально здесь живем, нравится как-то. Ага. Нам нравится, что здесь удобно, все есть, удовольствие. Сколько, когда начинается рабочий день, когда заканчивается? Вот, начинается в 6 утра, вот, и как, когда 8 часов работаем, когда 10, сейчас вообще идем побольше, 10 часов, 11, так и делим. Ага, много кто из СНГ работает вместе с вами? Я с женой работаю, там есть еще люди, какие работают, да. Понял, вы здесь живете, сколько людей вот из вашего города здесь живет, ну, кто приехал с вами? Ну, вот мы только сейчас живем, только я с женой здесь. Здесь еще жили как-то ребята и ушли. Понял, здесь же поляки? Потому что здесь сейчас идет ремонт, mm-hmm. и они тоже начинают хочет делать ремонт всего дома. Понял, хорошо. Что хотели передать тем, кто планирует переехать работать в Польшу? Приезжать или не приезжать? Стоит сюда ехать вообще? Ну, я думаю, что стоит. Потому что только с семьей это стоит. Вот. Понял. И по-первому, в этом, кто не женатый, вообще стоит. Ты просто нормально деньги может зарабатывать. Можешь делать дальше для тебя, много можешь делать. Только если один, вообще выгодно есть. Понял. Сегодня просто выходной, друзья, и вот... Мы на такой жили. А, то есть здесь полностью дом, где живете вы, да? Да. Нравится вам в Польше? Да. Нравится? Первый раз. Ну, да? Очень хорошо. И дешевле еда. Здрасте, как вас зовут? Женя. Жень, вы работаете на этой машине, да? Да. И что делаете? Куда вообще они ездите? В основном смены возим на работу, с работы забираю, развожу по хостелах. Ну, то есть, такая как-то работа. Понял, вы живете здесь же, в этом хостеле, да? Да. Сколько тут человек? Хостел хороший. Я вот сейчас вот как раз внутри поснимал, там очень здорово, да? Да. А, то есть, ну, получается, а что за предприятие? Арикс. Арикс? Да. То есть, там делают мочалки? Мочалки. Ну, всякие виды мочалок, скажем так, ряд. То есть, с утра, грубо говоря, вы все собираетесь в машину и уезжаете на работу, да? Да, в 6 часов отвез первую смену. Там, если с ночной надо, привез с ночной, то есть, ну, такого плана. Понял.